Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Джофф, и сегодня я хочу официально обратиться к разработчикам игры World of Tanks. Друзья, товарищи, собутыльники, да, иногда даже такое бывало, я прошу вас, или нет, даже, наверное, молю, пожалуйста, верните в нашу игру Waffentrager E100, немецкую ПТСАУ 10 уровня. Мы все очень сильно ошибались 1.5 года назад. Мы все были неправы. Неправы были игроки, когда радовались ее уходу из игры. Неправы были и разработчики, когда выводили из игры Waffle E100 и на ее место вводили другую немецкую ПТСАУ. Мы все очень сильно ошибались. И я вас прошу, пожалуйста, верните эту ПТСАУ в нашу игру. Для тех, кто, ребятки, не в курсе, рассказываю предысторию. Примерно 1.5 года назад в нашей игре была вот такая вот немецкая ПТСАУ 10 уровня Waffentrager E100. Барабанная ПТСАУ на 5 или 4 снаряда в зависимости от орудия, картонная где-то, а где-то не очень, с поворачивающейся на 360 градусов башней, башня картонная, корпус от E100, в принципе, неплохая такая ПТ-шка, но сразу было видно по ее внешнему виду, что отдел баланса создавал ее или по какой-то укурке, или по какой-то жесткой пьянке. И вот 1.5 года назад разработчики, пропагандируя историзм и прочие традиционные семейные ценности, решили, что нужно Waffle E100 убрать из игры и на ее место поставить какую-то более привычную и понятную ПТ-САУ. Этой ПТ-САУ стал Гриль 15, как бы более логичное продолжение Борща и Вафлепазика 9 уровня. И мы все, ребятки, тогда очень сильно радовались, ура! Ура, нафиг Waffle, задолбали барабаны, гонка вооружений, ко-ко-ко-ко-ко-ко. Но, друзья, как же мы ошибались, как же мы были неправы. Мы думали, что разработчики уберут эту имбу из игры и на ее место поставят более адекватную и нормальную машину. Но на самом деле они ввели еще более жуткую имбу, которая теперь уже вот в течение года терроризирует весь рендом. Что из себя, ребятки, на данный момент представляет Гриль 15? Это абсолютная, ультимативная ПТСАУ, у которой самое точное орудие в игре, самое пробивное орудие в игре, орудие, которое не промахивается, самая высокая скорость полета снаряда среди ПТСАУ 10 уровня, самая высокая динамика среди ПТСАУ 10 уровня, самые лучшие УВН среди ПТСАУ 10 уровня. Незаметность, конечно, не самая лучшая, но размеры позволяют этой ПТСАУ за кустами светиться только после выстрела. Получается, у этой ПТСАУ есть все: и точность, и ДПМ, и пробой, и офигенная максималка, и офигенная динамика, и УВНы, и обзор. Все-все-все, кроме брони. Но броня даже не нужна, потому что размеры у нас очень и очень маленькие. А что, ребятки, из себя представлял Waffentrager E100? Да, это была ПТСАУ с барабаном. Да, эта ПТ могла с одного барабана забрать какой-нибудь танк 9 или 10 уровня, если он был покоцанный. Да, эта ПТСАУ иногда на городских картах раздражала. Но при этом она светилась как новогодняя елка, и ее не могли спрятать ни одни кусты на наших картах. При этом эта ПТСАУ не имела гарантированного пробития какого-либо танка. Если за рулем был какой-то рак, то можно было без проблем оттанковать даже целый барабан Waffle E100. При этом Waffle E100 имела просто огромные размеры, по крайней мере в башне. И она очень быстро и легко убивалась. Артиллеристы обожали эту ПТСАУ по той простой причине, что по ней практически всегда проходила фулка. Можно ли такое сказать про Гриля 15? Наверное, нет, потому что у Гриля 15 есть офигенные УВН, и когда он на вас выезжает из-за холма, вы видите только его пушку и маленький кусочек рубки, и попасть в него реально очень сложно, учитывая еще и то, что у Гриля 15 в разы быстрее сведения, лучше стабилизация и в целом лучше точность, чем у Waffle E100. Ну и последний, наверное, ребятки, и самый главный аргумент. Waffle E100 очень любили мои два танчика, это Т-49 и ФВ-183. Фугасы этих боевых машин, мы их обожали, Waffle E100, и они очень грустят и скучают, потому что в рендоме больше нет таких интересных и очень вкусных танков. По этим всем причинам, я, ребята, считаю, что Гриль 15 не нужно нерфить, его просто нужно убрать из игры и вернуть Waffentrager E100. Потому что по сравнению с Грилем, Waffentrager E100 вполне себе нормальная и очень даже сбалансированная машина, со своими яркими и плюсами, и минусами. Товарищи разработчики, обращаюсь к вам. Как я уже говорил, Гриль 15 уже более года терроризирует рендом. Эту ПТСАУ невозможно танкануть. От этой ПТСАУ невозможно укрыться. Она попадает с любой вертухи, на любом расстоянии, по любой самой даже быстро движущейся цели. Эту ПТСАУ иногда просто невозможно обнаружить до ее выстрела. Эта ПТСАУ просто гнет всех в рендоме, и от нее горит даже более жутко, чем от артиллерии. Прошу вас, опомнитесь. Как говорил один известный политик, остановитесь, пожалуйста.
или перебалансируйте эту PDSAU, или просто уберите ее и верните Waffenträger E100. Я лично за второй вариант, потому что Waffenträger E100 это, как говорится, не только ценный барабан, но еще и 2000 хп с картонной башни. Пожалуйста, спасите танкистов от страдания в рендоме. Ну просто уже нет сил. Невозможно играть против 3-4 грилей во вражеской команде. Ты просто никуда не хочешь ехать. Ты просто ни на каком Е100, ни на Маусе, ни на Е7, ни на Е4, ни на одном танке в игре. Ты просто не можешь их протанковать, куда-то проехать и где-нибудь засейвиться. Они тебя достают везде и всегда. Пожалуйста, уберите гриль 15 и верните вафлю Е100. Я думаю, все вам будут просто благодарны. И к вам обращаюсь, дорогие зрители. Пожалуйста, если вас тоже задолбал гриль 15, если вы тоже страдаете от него в рендоме, поддержите мое обращение лайком и каким-нибудь комментарием. Вы сами видели мой вчерашний имбалансный стрим. Вы сами видели, как я просто легко, абсолютно не напрягаясь, накидывал на гриле по 6000 урона, абсолютно не прилагая никаких особо усилий. Как я выцеливал танки в самые маленькие дючечки и пробивал их без проблем. Ни один какой-то другой танк не может так стрелять, как гриль 15. И это абсолютный дисбаланс. От этого танка невозможно засейвиться, невозможно укрыться. Так что, друзья, я думаю, в наших общих интересах, чтобы гриль 15 убрали из рендома и на его место поставили вафлю Е100. Она не такая дисбалансная, она не такая ужасная, она не так сильно ломает рендом и от нее, что самое главное, не так сильно горит. Надеюсь, вы меня поддержите. А на этом у меня все, ребятки. Надеюсь на ваши лайки и поддержку. Пока-пока. Goodbye, motherfucker!